Завтра у агрогородку Ляскавічі Петриковского района пройде 5-й международный фестиваль этнокультурных традиций «Кліч Полесся». Традиционно удел в форуме примут творчие коллективы, майстры и ремесники из 8 районов Гомельской и 3 Брестской в области. Апрача того, на фестивале чекаются фольклорные коллективы и народные умельцы из России, Украины, Молдовы, краин Балтии, Польши, а так само Индии и Китая. Гости форуму смогут ознакомиться с самобытной культурой и побыт там жыхароў Палесся. При гэтым сёлета арганізатары вырашылі рэалізаваць новую канцэпцыю яго правядзення. Кожны район прадставіць вёску, якая рэальна існуе на яго тэрыторыі і выдзяляецца незвычайнай назвай ці традыцыямі. Апрача таго, праграмай свята прадугледжваецца прысваенне звання ганаровы паляшук, выбар палескай прыхажуні, правядзення традыцыйных народных гульняў, майстра-класаў па побыдавых танцах і дэманстрацыя спектакляў беларускага народнага тэатра «Батлейка». Для подвоза людей из Петрикова и Житковича будет задействован додатковый автотранспорт. С каждым годом количество людей все нарастает и нарастает, в том числе и творческих коллективов. В этом году уже по заявкам не менее 30 творческих коллективов будет участвовать в фестивале народных, я имею в виду. А так, в целом, конечно, людей ожидается ну, не менее 30 тысяч. Не менее 30 тысяч. Каждый год на несколько тысяч добавляется.